Всем привет! Приветствую вас на канале Товары распаковки. Сегодня будет 13-я часть о спутниках и без ключах. Сегодня мы поговорим о спутнике Ямал 401 90 градус. Это очень интересный и популярный спутник. Есть интересные каналы, есть каналы кодированные без кодировки, поэтому будут ключики. Так что присаживайтесь поудобнее, давайте слушать и смотреть. Ну а кто не подписался, обязательно подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик. И всем приятного просмотра и поехали! Итак, приступим. Начнем знакомиться с спутником Ямал 401 90 градус. На частоте 11240 В, скорость потока 27400, доступен канал RGD-TV в формате HD. Следующая частота 11265H, скорость потока 30000. Здесь идет музыкальный канал Russian Music Box. Также на этой частоте доступен канал Leomax 24. Еще здесь доступен канал Disney, часовой пояс плюс 7. Этот канал кодирован без кодировки, поэтому имеется без ключик. ID канала 9 и сам ключик 6B A1E5F174BBCOF9. Поэтому записывайте ключики и кому надо, вводите. И следующий канал доступен на этой частоте, это U, часовой пояс плюс 7. Также на этой частоте идет канал, который называется Leomax Plus. Еще на этой частоте доступен канал Ч, тоже часовой пояс плюс 7. Он кодирован в кодировке BIS, ID канала F и ключик ABC1238F45678935. Еще на этой частоте доступный канал, седьмой канал, часовой пояс плюс 4. Еще канал идет Шансон ТВ, он идет в канале MP2. Остальные каналы на этой частоте идут в формате MP4. Еще доступен на этой частоте канал, восьмой канал. Есть еще канал STS Love, часовой пояс плюс 4. Рекламный канал Витрина ТВ. Следующая частота это 11385H, скорость потока 30000. Идет музыкальный канал на этой частоте TNT Music. Также есть канал TNT 4, часовой пояс плюс 4. Канал 2x2, часовой пояс плюс 4. Канал Ч, часовой пояс плюс 4. Он кодирован в кодировке BIS, поэтому есть ключик ID канала 9. И сам ключик ABC1238F45678935. Еще идет канал Известия. Также идет канал Суббота, часовой пояс плюс 4. Также идет казахстанский канал Казах ТВ в формате HD. И канал Хабар 24. Тоже он идет в формате HD. На частоте 11481H, скорость потока 2052, идет канал Милет 001. Также есть частота 11487V, скорость потока 10445, идут каналы областные. Ямал регион Тазовский, также идет канал Ямал регион Акскарка, Ямал регион Маги, Ямал регион Надым. Еще доступен канал Ямал регион Красноселкуб, также Ямал регионы Таркосайл. Ну это для ямалского региона здесь каналы, поэтому вот, они здесь похожие очень. Также идет канал Ямал регион Селекхарт. Вот такие каналы на этой частоте. Еще одна интересная частота это 11495H, скорость потока 4067. Здесь идут каналы Кузбасс, Кузбасс 1 для эфира, Кузбасс 1 для кабельного ТВ и канал Кузбасс 1 в формате HD. Следующая частота 11504H, скорость потока 2083. Здесь идет Амурская ТВ в формате MP4. Еще есть частота 11567V, скорость потока 3200, идет канал Югра в формате MP4. На частоте 11649H, скорость потока 21770, идет канал OTV Приморье. И еще одна
OTV Приморье. И еще одна частота, это на этой частоте идет канал BST Башкирское ТВ, это частота 12655В, скорость потока 3375, и еще на этой частоте идет канал Курай ТВ. Вот и закончилась серия видео о знакомстве со спутниками и частотами. В следующем видео я хочу вас познакомить с радиоканалами, которые можно смотреть, потому что на спутниках тоже очень много интересных радиоканалов. Поэтому подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить оповещения, и познакомитесь с новыми радиоканалами, которые идут на спутниках. Тоже радио очень много интересного можно слушать, вот, например, для уборки дома, или включить, так и музыка будет играть, очень интересно. И каналы радио идут чистые, хорошие, поэтому до новых встреч, и в следующем видео поговорим о радио. И всем пока-пока. И подписочка.